Я поздравляю Дом творчества Марьяна с его 50-летием. Желаю процветания, желаю очень талантливых детей, хороших педагогов. Мне повезло. У меня был первый педагог, первый учитель Ступаков Александр Михайлович. Когда мы приходили к нему в изо-студию на рисунок и живопись, он от детей требовал творческой фантазии. А самое главное, творческая личность, и это все идет с детства, фантазия, свой мир, мир художника, который он может передать на холст, на бумагу. Собственно говоря, благодаря этому появляются творческие личности. Еще раз поздравляю с праздником. Спасибо. Меня зовут Евгений Юхновец. Я украинский актер, актер театра и кино. Вот уже более 20 лет я занимаюсь этой профессией и посвятил ей всю свою жизнь. Галина Николаевна, долгих лет здоровья, счастья, счастья вашему коллективу, успехов, как можно больше гастролей, как можно больше выступлений. Именно в них открывается будущий артист. С юбилеем вас, Евгений Юхновец. Уважаю, люблю, ценю, помню, что вы сделали для меня в моей жизни. Дорогие мои, любимые, 27 лет назад я переступил порог вашего центра детского творчества и попал к замечательному педагогу и режиссеру Наталье Юрьевне Прокопенко. Благодаря ей, 10-летним мальчиком, я решил стать артистом. И вот уже 17 лет я являюсь актером театра музыкальной комедии. Потому я поздравляю с замечательным юбилеем весь центр детского творчества «Марьяна». Я думаю, 50 лет – это только начало. Я желаю вам будущих успехов, расширения, талантливых учеников, больших зарплат у педагогов, всего самого наилучшего. И остаюсь всегда с вами. Денис Фалюта. Поздравляю Центр детского и юношеского творчества «Марьяна» с 50-летием. Я с детства посещал занятия этого центра. Тогда он назывался «Дом пионеров Приморского района». С 3 лет ходил на занятия к моей маме Галине Ивановне Глущенко в кружок «Юные мастера» или кружок «Чеканка». Потом посещал занятия цирковой студии, танцевальной студии, судомодельного кружка. Помню, как здорово было бегать по фойе первого этажа, носиться по лестнице с первого на второй этаж, бегать по коридорам второго этажа. В общем, дни эти вспоминаю с радостью. Желаю успеха и удачи всем воспитанникам вашего центра и педагогам. С юбилеем! Дорогой наш домик, домик, мы поздравляем тебя с 50-летием. Поздравляем всех, кто там работает, живет, творит. Мы желаем, чтобы ты еще больше развивался, чтобы больше деток приходило, и они получали то же детство, что получили мы. С 50-летием. Поздравляем. Желаю вам всем еще как минимум 50 лет больших творческих успехов, и чтобы всегда в центре царила веселая творческая атмосфера, и чтобы этот центр продолжал существовать еще много-много лет. С днем рождения, Марьяна! Я хочу поблагодарить весь коллектив, в особенности Наталью Владимировну, за то, сколько знаний, сколько сил вы в меня вложили. Музыка — это незаменимая часть моей жизни, и сейчас я могу сказать, что я учусь в одной из лучших американских школ, и я здесь часть продвинутого вокального ансамбля. Марьяна и люди, с которыми я была в коллективе, стали для меня одной большой семьей, и просто очень рада, что Марьяна и весь коллектив, в особенности Амадеус, был в моей жизни. Спасибо. Меня зовут Артём Пачес. На сегодняшний день я учусь в Венском университете музыки и искусства на факультете академический вокал. Я поздравляю Центр детского и юношеского творчества «Марьяна» с 50-летием, а также всех его работников, моих учителей. Саулькину Наталью Владимировну, Лосинскую Сиан Мурадовну, Свердлова Станислава Яковлевича, а также Прокопенко Наталью Юрьевну. Я выпускница Народного художественного коллектива Украины ансамбля «Танца Браво». Я хочу поздравить всех учителей. Я хочу пожелать вам еще 50 лет таких же творческих, наполненных энергией, радостью, плодотворных будней. Я очень рада быть частичкой вашего центра. С юбилеем! С 50-летием вас!
Всем привет из Китая! Я нахожусь далеко, в Шанхае, но никогда не забываю об АБВ и об их уроках по вокалу. Хочу поздравить Детский центр творчества «Моряны» с днем рождения и сказать огромное спасибо за то, что они открыли во мне мои таланты. Хочу пожелать удачи всем теперешним ученикам АБВ. Верьте в себя и верьте в свои мечты. Центр детского творчества Приморского района, всем привет. Сижу тут на Байкале, на льду. Спешу поздравить вас с 50-летием. Здравия вам, креативных идей, талантливых детей. Ну и здоровья, здоровья, здоровья. Всем привет, меня зовут Саша Барин, и я нахожусь в Доломитовых Альпах. Да, это выглядит как хвастовство, но я произношу это лишь только для того, чтобы подчеркнуть степень благодарности Центру детского творчества и лично Галине Николаевне. Знал ли тот маленький мальчик, Саша Барин, что все случится именно так? Знал ли я, что я окажусь здесь? Наверное, нет. Я всего лишь мечтал. Там я выходил раз за разом на сцену и реализовывал свое творчество, а не выполнял необходимые задачи. Там я научился главному – общаться с людьми. Там я понял, что то, что я люблю, можно и нужно реализовывать во взрослой жизни. Ребята, дерзайте, умейте, ищите, находите, оттачивайте, делайте. Живите, а не проживайте эту жизнь. Делайте то, что вам по сердцу, и все у вас будет. Большое спасибо. Центр детского творчества. С праздником! Доброго дня, мене звати Любов Рибалко. Я займалася у центрі «Маряна» у хореографічному ансамблі «Браво» протягом 10 років свого життя. Сьогодні ж я працюю журналістом, ведучою на телеканалі «UA Перший» в Києві, звідки й хочу привітати вас із ювілеєм. Побажати вам усього найкращого – щастя, здоров'я, натхнення, талановитих діток, які будуть радувати вас своїми успіхами та перемогами і надихати вас робити свою справу якомога краще. Також особисто хочу подякувати Ливанові Оксані Ігоровні, адже і Вірині Євгенівні, Кузнєцову Віталію Вікторовичу за те, що ви вклали в мене. Згадуючи роки свого дитинства, я розумію, що саме завдяки вам сформувався мій характер. Ще раз величезне вам дякую, вітання вам, всього-всього найкращого. Завжди ваша Люба. Именно с этого центра начался мой творческий путь. В 3,5 годика меня туда привели, и педагоги этого центра заметили во мне какой-то талант и начали его развивать. И по сегодняшний день я занимаюсь творчеством, и это уже моя профессиональная деятельность. Именно там я встретила своих первых двух наставников. Это Наталья Владимировна Саулькина и Наталья Юрьевна Прокопенко. Это два человека, которые вложили в меня просто невероятное количество своей любви, своих сил. Все, что люди делают в этом центре, как они помогают развивать в детях таланты, это прекрасно. И я желаю всем работникам этого центра огромного здоровья, большой любви и сил для того, чтобы взращивать подрастающее талантливое поколение. Вы прекрасны, и этому центру я желаю всего-всего самого наилучшего. И я безмерно вам благодарна.